Айкидо «Дикий Синкай» города Новосибирска приглашается детская группа под руководством Виталия Корнева. Четвертый дан «Айкидо Айкикай». Немного об истории айкидо. Ай – гармония слияния. Ки – энергия движения. До – дорога, путь. Айкидо – путь поиска гармонии. Айкидо – одна из самых молодых современных систем традиционных японских единоборств. Основателем айкидо был знаменитый мастер японских боевых искусств господин Морихей Оисива. Общепризнанным центром развития айкидо в Японии является учебно-тренировочный центр айкидо Айкикай, айкидо Хомбу Додзё. Управляет центром наследный руководитель айкидо Досю Маритео Оисива, внук основателя айкидо. Преподаватели центра не только ведут занятия в штаб-квартире айкидо, но и курируют секции по всей Японии, выезжая в другие страны на семинары. Ведущий преподаватель айкидо Хомбу Додзё Сихан Цурудза Миямото. Восьмой дан айкидо Айкикай посвятил айкидо почти всю свою жизнь. В 2004 году Миямото Сихан решил, что курируемые им клубы будут называться Дзикисинкай, что означает «Общество стремления к познанию истинного пути». С момента создания клуба в 1993-м президентом является обладатель шестого дана айкидо Айкикай Агнен Кременович Найдов Железов. Смотрим выступление детской группы.